Добрый день, зрители, наши друзья. Сегодня я хочу вам немножко рассказать и показать, как мы сушим. Вот сушим мы вот так абрикос, тертую смородину. Вот так высыхает она потом. И получается вот такая штука. Вот. И также вот тертый абрикос сохнет. Потом его скручиваем в рулеты, и получается вот такая пастила. Вот в таких рулонах. Вот так закручивается все это. Вот такой рулончик получается. Это спасибо вам, что вы подсказали, наши телезрители. Вот. Мы вот такого не знали, что можно вот так молоть, сушить и скручивать, делать пастилу. Вот сушим абрикос, заготавливаем на зиму. Вот такая пастила из абрикоса, смородины. У нас получаются вот такие заготовочки на зиму. И сушеный абрикос. Вот уже насушен здесь. Ну, это чтобы не пропал весь урожай полностью. Хоть что-то себе сохранить сейчас с этого года. Кому понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал. До свидания всем!